Всем здорово, всем привет. Ну что ж, сегодня очередная распаковка интересного довольно по заявленному прибора. Да. По названию вы, конечно, уже поняли, что за чудо-девайс пришел. Ну, я догадываюсь, что он там как бы должен быть. Да, но еще не распечатал и не знаю, есть он там или нет. Конечно, немножко расстроюсь, если его там не окажется. Но, надеюсь, он там все-таки будет. Так, распаковка пошла успешно. Коробочку чудную открыли. И вот он внутри. Даже запечатан. Тут некоторые пишут, что там рулон какой-то липучки приходит. Нет его здесь. Итак, что это за чудо? Ну, по названию, как я уже говорю, вы, конечно, уже поняли, что это за чудо. Но насколько он будет совместим, скажем так, и функционален. Вот в этом будет наш с вами вопрос. Отверточка маленькая такая. Итак, что это за прибор? Давайте начнем немножко с истории. Раньше пользовался вот таким вот замечательным прибором, да, флиппер, ну, что значит раньше пользовался, пользуюсь и сейчас, отказываться от него не собираюсь, но у флиппера есть так называемый нюанс, в общем-то, любые с ним конфигурации, дела, программирование и так далее, всегда нужен под рукой компьютер, даже если вдруг тебе необходимо сделать какие-то вот, ну, незначительные корректировки в программе. Следующий мой шаг за флиппером, ну, как бы хочется развиваться, постоянно что-то писать под него, какие-то доработки делать, да, на канале уже кое-что было, иногда встречалось, был, ну вот, Raspberry, но немножко пожадничал и купил без экрана, без сенсорного. Конечно же, сенсорный экран можно докупить, аккумулятор можно докупить. Модули стоят сравнительно недорого, которые можно его расширять будет, но, скажем так, вот это докупить у меня как-то не прилипло к нему совершенно, и он стал у меня вот такой офигенной денди-приставкой, если можно сказать так. Поставил на него операционку, в которой куча разных древних приставок. Первая PlayStation, там Dendy, Sega, Mega Drive, там ZX Spectrum, ну, куча, короче, всего 8-16-битного. И выполняет он у меня нынче вот такую вот роль. Когда хочется грустно поностальгировать, поиграть там, не знаю, в какие-то старые игры, там Dizzy, Saboteur, там, не знаю, Mario, то вот как бы он выполняет свою роль замечательно. И развиваться в этом направлении он у меня не стал. Ну, попробовал, поигрался. И сейчас решил обзавестись вот такой вот чудо-прибамбасиной. Что это такое? Ну, в общем-то, обладает процессором. Тем же самым, значит, принцип работы, что и во флиппере. Единственное, что у нас как бы клавиатура доступна сразу. У нас цветной экран. Давайте, кстати, включим. Я не знаю, он включится, не включится. Чпоньк. О, гляньте, включился. Даже звук издал красивый. Не просто пипиканье какое-то, а красивый звук. Наверное, на этом и все. Потому что не стоит ни прошивка никакая в нем. Не, смотрите, запустилось. Даже меню, как видите, экранчик, в отличие от флиппера, цветной. Что тоже уже довольно интересно. Запись, сканирование эфира, чат какой-то тут. Короче, надо разбираться. Я им еще не пользовался. Так, подождите-ка. Это сброс кнопка. Это кнопка Go, идти. Есть, кстати, такой же модель без клавиатуры. Называется стик, а это стак. Ну, вот это еще называется карт-путер. Во, какое мудрое название. Еще не знаю, как вверх-вниз. А, вот. Вот, можно менять инфракрасный, терминал,
Wi-Fi, таймер, клавиатура, Notepad, Hello. И сканировать Wi-Fi-ки. Но это пока еще стоит базовая операционка. Понятное дело, сейчас воткнем что-нибудь типа Брюса. Также здесь довольно удобно, что... Ну, во-первых, понятное дело, вот разъемчик какой маленький, простенький для подключения внешних устройств. Также можно подключаться через... Где он еще у нас один разъем? Этот USB Type-C-шка. Так, сейчас разобраться надо. Тут где-то еще должен был быть по инструкции разъем один. Так. А, ну вот оно. Подключение устройств дополнительных. Так, это он скрученные эти модули. Ладно, короче, сейчас буду разбираться, где у него что находится. Ну вот такая вот прибамбасина интересная довольно. Мне он уже даже начинает нравиться. Кстати, тут магнит у него есть. А у меня тут магнита нет. О, металлического ничего нету. Он еще вот так примагничивается, правда. Зачем, не знаю. А, ладно, это все мелочи. Будем разбирать. И вот здесь вот модуль процессора стоит. Прикольно. Когда выйдет следующий, я так понимаю, что его можно будет просто поменять. Этот модуль вынимаем, новый вставляем, более серьезный. Надеюсь, господа китайцы не сделают финтушами и не сделают под новый, абсолютно новый корпус, ни с чем не совместимый. Ну что ж, будем приступать к его более детальному изучению. И, конечно, это все посмотрим на нашем канале. И обязательно, о, видите, отвертка прилипла, уголок этот. То есть его можно к стенке, к магниту, к холодильнику прилепить, не знаю. И считать, сколько он будет жрать. Да, на него, кстати, писать программы значительно проще, значительно удобнее. Но это мы с вами все разберем тоже у нас на канале в ближайшее время. А пока подписывайтесь на канал, оставляйте комментосы свои. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Как это выключается? О, выключил.